Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого декоративного перца, который называется кармен. Вот такой вот интересный миниатюрный сорт декоративного острого перца кармен. Высота кустика буквально сантиметров 10. Очень компактный, но тем не менее перца на нем завязалось много. Этот сорт отлично подойдет для выращивания как и в открытом грунте, так и на подоконнике. Очень-очень мало займет места. Очень удобно в комнатных условиях выращивать. Это кустарник многолетний. Куст такой, можно сказать, округлый, раскидистый. Плоды торчат вверх, они конусовидные, с заостренной вершинкой. Они гладкие и слаборебристые. Окраска в технической спелости зеленая, а в биологической темно-красная. Не знаю, будет ли вам хорошо видно. Очень ярко светит солнце, отсвечивает. Ну, вот так вот выглядит зрелый плод в разрезе. Острота у него небольшая, от 1000 до 1500 единиц по шкале Сковела. Приятный на вкус. Острый перец. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта острого перца.